Карагандинский завод по выпуску металлургического кремния будет получать сырье из собственных отходов. На предприятии внедряют новую технологию, которая позволит перерабатывать продукты горения в брикетированную моношихту. Она станет сырьевым материалом для производства металлургического кремния. Выпускают на предприятии 23 тысячи тонн в год. Чтобы реализовать инновационный проект, завод участвует в конкурсе на получение 300-миллионного гранта от Фонда науки республики. Будет снижена экологическая нагрузка, во-первых. Во-вторых, мы улучшим технико-экономические показатели собственного производства, а также увеличим конкурентоспособность нашего кремния.